Өтө күннән күндүк өрәчілер бет әхеге бұжа күскай берені көрі ғыз. Бұ сыл беге дойды бұтығар науқа орна технология сылынан білдірілі біде. Ол күрдің олыңы ақсыз күнігер науқа күне болар тұрар. Бұ күнге сеттерін беге ұстыр бөлік бөт. Россия науқатын, академиятын, Сибирдегі салатын, Сақасырынағы наушына кейінгер үлжітті бұт. Оның бегені күтті, жасаң арысата бірге болар кетер үңірабыт. Онтан бұ науқа кейінгер түхінчек күхіз отут ағыз кейі үләлір, ол егер 500 бейхен науқа сатрудниктара, олыртан 95 науқа доктордара, онна 300 отуттан тақса науқа кандидаттара балар. Бүгін бұ научнай кейін үләтен қандағын тұғынан сегелі бір сегекпет, онын бейгені күтті, жай бірге болар кетер үңірабыт. Ол күрдік оттан бейге бері біт ақсын көрәтшілер бітігер еті бері біт. Оны жа білген бейге қа бұл Саха Сирен Академическа науқатын историяты музейін сәбедесе Илья Эдуардович Васильев бері ған. Дөк үнне? Дөк үнне. Бейге еті біт маңнық. Бұл бейге тұрак дейбіт фасадығыр, ұлата хамы бейәт түгір туақтен сұрық бары. Көрәтшілер бейт, бұл етігі құрғығытын етін, бұл телевизорға тұның көсі тұрар батсап нөмір бітер. Онтан бері бітін салғы барани әбет, ол құрды жабу жей историятын тұғынан бігеға кәпсияға, история науқатын білімен кандидата Пантелеймон Пантелеймонович Петров үті өкініне. Жабу Пантелеймон Пантелеймонович бұл жақұсқай қораққа. Бұл жиет ұтылуын үніне туық бар әдей. Оны жа бұл қайдақ сеттерінлер бұл хірге құсқа қорап бұт кейінігер тұтылуын тұрар жи, ол тұғынан білейінер яққа. Түнші 900 бүйіні сылаттан сағылан бұл Саха Сирен айылғатын, сеттен қостанар байын, қамсы қарамайын, нұроттар историяларын тұрларын өстерін өретерге аналлақ ұлақан наушынай программа бұл анылылы бұ Оның болылағына бұл жүгізгай қораққа кейіннен науқа кейінін ұйата бейге болар жиенді тұтарға бұл анымыда. Түгінші 1915 жылдан ұйла сағалан бұл Арзымекедзе ол сағана Ленин бол баққа Октябрьскай ұлысы, оны бұл Петровскай ұлысының маңына бар кварталы Әбге жейлерін күтжен тағыз жеті тұта сағылына бар бұда. Бұл кварталға болылағына там бұлыр-бұлыр ғыттан жон ұтыен ұлықсыз бөтсіре, жүкізгі көрет кейіне. Мантан чуғас болылағына обалағы салайар, жағайар губернатар онына управление жеті тұр бұда. Олығын болылағына манына түгінші ағысыз тоғыны сырларға Владимир Николаевич Скрипицын Ұлыққан үтелі аңылақ губернатор олар бұта. Кенен негер болылағына Декускай қорат Кулубата Николай Переловскай әме олар бұта. Онтан ете Ленин проспегінде кеттігер болылағына Плотникаптар атығыттар олар бұттара. Так вот, ете атығыт болылағына манна Өлерігер Плотникова ұқдаба, Өлерігер болылағына бұл сері бұл туаққа қорат бұрабатығыр бәліқті әбіті маңына әремесленіне ұчылысыны тәрігерге дейін оғыларға, ұлатын әрер оғыларға. Еті құрдық, онтан кәнке хевеске кәмге болылағына еті жерлерге барда туақ жон ұларар сері жеті бол бұды. Оның әргер бетін кәніне, өссі өрілісеннігер маңына Серго Арзынекедзе, ете Арзынекедзе ұлыс өттігер бар жиағы олар бұта, оны бәлетен етінде мемерияне дос көмей бар. Онтан бұ жиа архитектурутын әтері өп болылаққаны қанлық бағарар альбомға, жүгізгі қоғыратты ұғынан. Бұ жиа қатысқыта бар. Бұ жүгізгі қоғырапыт визитнай. Қарташ көп олар. Тоғыз жетек қай білі Сталин хағына бұра ектен мұт жие. Ол архитектурнай тұтуға болылағына бұл үсетәс телері үддіктәк портиктәк.
аны туага уңа кыната Ленин проспегінен әргейілі. Бұл жиені кергететегер. Өссі білім Никита Сергеевич Кушоп үл бұт жағылынан менәк туғы кергетінен жәргір баққа үйі қатшыны матайда баққа де. Ол үдінен боллағына бұл манна түхінші тозы бейін әтті ғылаққа Хакахире Россия колбаспута үсүсе 15 жылдыгар аналлах улахан үлейлер ытылыптыр. Ону билетирге анан, ол юбилейи билетирге анан ити бу же коробиятын анынан, карнигин анынан огор тилери таддылан тура. Бу огордар огордар тустарынан ала биремебит гым багай анын огор солтатын тугуна. Бу огор болла, огордар боллагына сакас сыр нуротун кудугунюга бир бастыклара Михаил Михайлович нуусап урхуйдарынан оңолубута кини боллагына бет өрхил боллагына чинчийинен бу сака нуротун историетин этнографиятын үйрөтүнүн чинчийинен жарыгырбыта онан боллагына айтый туок бар барылепный оюлара итикини булыргы хака токтартан ылбыт туга оюларыттан. Онтан бу биги боллана актовый залга кидди бит. Бу актовый залга боллана билетер гадери светила российской и мировой науки. Ол Михаил Васильевич Ломоносовта хагалан. Манна Менделеев, Тимирязев, он вот Чернышевская инкуда. Вот там бы залга была, она там бедерге курдук. Алтун твет сылы быга. То, кто дарает бэк симпозиум, нар конгресс, тар форум, нар конференциялар. Манна наука бары салалар гар. Ушонайдар арыйыларын кепсабит. То, кто солталах, ахтавай зал болар. Мантильмон Бандилевна шегетиндерин нехин мақтанабын. Жай кепсет ебетін салғы табыт ол күрдіг оттон жабу наука улахан солталақ жабу историятын туғынан. Ата білерін күрдіг наука ден олыс кейін мұңыра хоқ дадек қағап әйге болар. Онан ата хақа хире, хақа хирин жана әмей аттан бұ наука хайдетін историятыр бәлірі улахан. Роллахтар, он на олус дирин кен истории лахтар. Калабарун аттаққа бұлыр гөт түгер, бұ Петер Первей, он ақсы сүйеға, түгінті әттеуіз, Фүрбет Ветсиллаққа академияны, Россия академиятын тәрігеттен, уже чолырттан бұ хақа хәрігер улахан экспедициялар үлелем бар біттіра. Ол күддің етіп, аңдайдыға білілер, Лохан Айан Нитбиринг, Россия бастыкы историга миллер, күрдік жаннар бұ, жүкуске көракка хылы-хылынан оларан үлелән кәлбіттері. Мұны академия, ұнта Россия академияты биллер, биллерін күрдік туақпар аттан билейіне, научны үлені кейіннер центр бұхытнан үлелевіті. Оның бұ, хақа-хэрін, Хакахире былыр-былыр гаттан ученыйдары интерегер гетер. Онна ол билейіне отчалардтан түмен, веретен, сайыннаран испиттере. Ол күрді гаттан бұ қалабыр аттыяққа хап улахан экспедициялары. Миддендорф Александр Федорович бұ Хакахире Еремюлелевіте кене экспедицияты 19 сүйе ортатуғар қалабыр бұ ирбеттон күрдік улахан айылға көстейтін амбастан верәппет, арайбытты де қағып экспедиция әме бұл жақпусқа көрек көрләбеті. Оның қаттын үлелән іспеттері, онтан Сахар Республикада түгінші тауыз сүйіс Фүрбекке ғыллаққа тәрелегеттен, отчатағы бұл бүйі республикауыт салалттата әме олыс ұлыған
солта верилеры. Наука дети. Максим Кирович Амосов экспедиция тен тухна билигинер якка. Эрде кепсе пиптин курдук жабо экспедиция эмеолу солталах. Тен Амосовская экспедиция ден беги сюрбе веселлахтан илелявит Советская академия комплексной экспедиции тен аттивит. Ола история этого лакал гастигат тахаманник сюрбет веселлах. Ола та бо республика тагиллегаттан бо беги республика вот халалтата Максим Кирович Амосов бо академик тарга Россия академия тяг улахан оттан сурук киллер. Ол сургар баллана тем бу Россия народ тара тем брап ол буттарнан. Он на бога хахера былыр олыс халыннян рах дойду боларынан хахера түргенник сайдарыр. Бу кене айлғатын, жонын хэргетын, кылгас кенге кен қайысқанан веретер экспедицияны тәрейек қаде. Оны бу Россия академията ол үңірыны олыс ылынан аддықа улахан комплексна экспедиция тәрелер. Он ағыс этреттағы экспедиция. Ол қаз бейді этрет негенен ату туспа экспедиция. Туспа маршруттах, туспа сайлах руктах. Оны дебу хақахерин үйреттер специальный комиссияр ылар академияға. Якутская комиссия академии наук ден. Ол комиссияға отчетауға хамай отолақан ученайдар кирелер. Онна ол үлі бес сыл көрдік күйіске үлеліллер хақа хергер. Аны тұрам бұ отчыларға хақа хергер бәйтігер Платон Алексеевич Аюнскай сақа кәскілі ден аттақ научный исследовательский общество тергер. Ол обществоны кіні бәйті салайыр. Отчыларға кіні етсік председателі ол ата хама етті бастығы халаятчы. Кіні бәйті тәрігер ол общество отчатағы бастық веріқті әқтер біт Кулаковскайттан Алампаттан ағалан бәрі күтталлар. Ол үлелер атты сыйылыра дейін атты хақағырын экономикатын, культуратын бітінні үрхілдерге кәскілін атты бұланнағын. Хақағырын бұланығар ол экспедиция түміктерін туғанағын дейін болар. Оны көрдік тағаны білген көрдіға ол кенелер бұланыға туал бұт. Олан тақсар. Тағады таққаттан күддік отчыларға хағаламу түлелер оттан әлбәқ месторажденелер көстіпеттері. Оттан олыз әлбәқ результат кер біте. Отчыларға оныңын әлбәқ кенеге тақсар. Сақа әрін айылғатын, экономикатын, партын беріп бекене. Ильяз Вардович, я всегда себе видит, салгыхпыт. А на Белигинде бу кинге библиотека бар, но не бу библиотека тон самый олох седях кинигелерде, материаллерда, кол тухнан бихе хаблинерияга. Нелли Николаевна Яковлева, сюрнюр библиотека. Нелли Николаевна, бу библиотека кахан ахалвыты, кассылака, онна канлык кинигелер баллары, үлелер олтустарна. Здравствуйте, дорогие телезрители. Наша библиотека была организована одновременно с научно-исследовательской базой в 1947 году. И переезжала, конечно, здание в здание. И в это здание мы тоже переехали на третий этаж. Фонды нашей библиотеки были основаны на книгах Якутского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, который работал у нас в Якутске с 1935 года. Конечно, за это время у нас фонды много выросли. Сейчас мы имеем до 370 тысяч печатных единиц. И, конечно, цель и задача научной библиотеки – это информационное сопровождение
продолжение работ наших ученых. Но время идет, функции библиотеки расширяются. И, конечно, теперь мы обращаем большое внимание на сохранение научного наследия. Вот сейчас было рассказано о Якутской комплексной экспедиции. И вот на этой выставке, например, можно видеть труды этой выставки, которая работала у нас в республике с 25 по 30-е годы. Как уже было сказано, уже по просьбе, личной просьбе Амосова Максима Кирилловича, он организовал такую просьбу и попросил создать экспедицию для изучения естественно-производственных и этнических сил Якутии. И это еще было в 24-м году. И в 25-м году такая экспедиция была организована. И работало в этой экспедиции 186 человек. Из них 37 сотрудников были местные наши якутские ученые, которые позже уже, конечно, тоже развивали якутскую литературу. Например, вот Грибановского, наверное, тоже слышали, который создал первое библиографическое описание якутской литературы. Вот видите, пожалуйста, вот у нас, значит, такие книги интересные. Да. И у нас вот, конечно, в нашей библиотеке, как я сказала, хранятся редкие книги, первопечатные русские и первопечатные якутские книги. Например, вот самая старая книга нашей библиотеки – это «Катехизис. Православное исповедание Петра Могилы», изданная в Москве в 1744 году. Книга, как видите, она без титульного листа, и мне пришлось провести палеографическое исследование, которое было вот потом опубликовано в журнале «Якутский архив». Но самое интересное в этой книге то, что вот здесь имеется владельческая надпись, самая древняя, сделанная в городе Якутске. Можно даже вот прочитать, что здесь написано. Угу. Сейчас. Сия книга, называемая «Катехизис города Якутска, сына боярского Савы Ефимова», куплено в Якутске, дано 80 копеек, подписал своеручно марта 27 дня 1754 года. Вот такая редкая книга у нас есть. Конечно, вот здесь вот, это вот то, что вот у нас история нашей науки. То, что вот мы смогли сохранить. И мы продолжаем это, нашу такую работу. И я хочу представить вам новую выставку, в которой собраны работы наших институтов за последние 5 лет. И представит эту выставку наш сотрудник Варвара Эверстова. Варвара, ты укуненде каннык улелер, дебу выставка тугунанде, онна каннык улелер, кенегелер тустарла. Добрый день, уважаемые телезрители. Книжная выставка называется «Труды, труды сотрудников институтов Якутского научного центра САРАН». Данная выставка посвящена Дню российской науки и Году науки и технологии. В начале выставки вы можете ознакомиться с историей возникновения и развития науки Якутии, биографиями выдающихся ученых, стоявших у истоков развития науки. Также вы можете узнать о современных ученых Якутского научного центра и о их последних научных разработках. И хочу вам представить вам сборник, называется «Академическая наука в Якутии». Здесь представлены этапы развития науки Якутии. Также хочу представить вам юбилейный сборник. В 2019 году у нас наш Федеральный исследовательский центр Якутского научного центра исполнилось 70 лет. И здесь представлена также история. Да, и также научные результаты научных подразделений Федерального исследовательского центра. Библиотека бит, оно найдет тон билингер ми бешеттенен тахаратураллар бит мақтана бына яқа. Аха, кепсе тибитин баран яқанжа билиген бихиге бастаке тәске барабыд. Аха. Риаду арда бич оттон бу
кин институттарын тустарынан сырдатыққа. Атты бұхаққа херіне ағы наушыны кин бастан түгінші тауыз сүйістерді әтті әллаққа тәрілі біті. Отчыларға ме беге республикават салалтата Илья Егорович Винокуров Вавилов академикке олақан әме қадатайсыда түгерер. Бұхаққа херігер академия базатын тәрі еққа дейін. Постоянный база болады. Оны олақан проекттақ, еңінің қадатайсыда. Еңінің ол түрде әтті әллаққа савмин ураға тақсар, декуске көрекке научно-исследовательская база Академии наук СССР тәрігерге дейін. Отчыларға болуына бұл декуске көрекке тыл литература института уже бар. Вот тут без силлаққа тәрілі біте, ол кейлер базаға, онына қасты отдел тәрілілер. Ол кәндеттен де бұл әвеске ғана, әвеске кәңе, институттар, тұспы научно-исследовательский институттар тәрілілен бараллар. Біліңі бұл Сақахиріне ағы кейін үлелер институттар бұл ааттыра мүкестерлер. Бейін сылларда ақы бастан биология, онтан геология институты аралы бұта, онтан Мерзлотоведение института, Космофизический институт, Физтех проблем Севера института. Эти институты бәлірі тұстығынан олыс кен историялақтар. Ол институттарға толыған олычылақ ұшынайдар үлілі оны барытын кейсетен кәпсәвәттіғаны. Әрігеде бұл білген аға мақтанабын геологический музейге кәлен турабы де научный үлігі геохимик Альбина Георгиевна Капылова. Өтеукіннен, добрый день. Дегінді көрәшілер бұл геологический музейге кәлен турабы де көрек қайын. Альбина Георгиевна, скажите, пожалуйста, когда основан геологический музей? Я хочу вас пригласить вот в этот зал недолго. Значит, во главе музея музей был организован по инициативе Аркадия Сергеевича Каширцева. Это первый директор. Организован он был в 1959 году. И большую поддержку музею оказывал наш академик Черский. По его инициативе была создана Мамонтовый комитет, и все экспонаты мамонтовой фауны в дальнейшем оставались на территории Якутии. Я потом скажу вам дальше. Так, все, значит, ну, так как геологический музей, он является хранителем научных фондов. И вторая его задача – это просветительская работа. То есть к нам приходит очень много экскурсантов, туристов, студенты, школьники, которым мы рассказываем о богатствах недр Якутии, о новых достижениях, об открытиях новых каких-то месторождений, вот, о достижениях науки. Значит, все вот в музее очень много витрин. Каждая полезная ископаемая имеет свою витрину. Вот железные руды. Здесь железные руды. Вот. Здесь уголь. Значит, то есть витрина угля. Так, пойдемте дальше. Дальше. Так, витрина угля. Дальше. Сейчас. Далее. Вот. Здесь цветные металлы, ртуть, мышьяк и все прочее. Но начинаем обычно мы свой обзор с вот этой карты рельефной карты электрифицированной, которая была создана коллективом научных сотрудников. Карта электрифицирована, на ней нанесены основные полезные ископаемые, речная сеть Якутии, все населенные пункты. И это отправная точка наших всех экскурсий. Начинаем мы от нее. Дальше, так как у нас алмазный край, поэтому очень много, для многих интересна алмазная тематика. Вот здесь собраны коллекция кимберлитов из 700 кимберлитовых трубок Якутии. И рядом демонстрируется
возможности термохимической обработки алмазов. Этот способ был разработан в нашем институте под руководством Анатолия Григорьева и применяется во многих, так сказать, для многих изделий. Но самое главное, во всем мире все хирургические ножи для операций на глазах делаются по этому методу. Это метод, так сказать, растворения алмаза в особых условиях. Дальше давайте пройдем. Я вам хочу показать такие красивые витрины. Значит, вот это вот витрины, в которых все полезные ископаемые: нефть, газ. Здесь поделочные камни, вот удивительной красоты наш якутский изумруд, хромдиапсид, всевозможные кварцы. Вот, обычно большой интерес вызывает витрина с сиреневым камнем чароитом. Это редчайший камень и находится его месторождение только в Якутии. Он используется и как ювелирный, и как поделочный. И вот здесь вот в поделке, которые были выполнены народным художником России Сергеем Колодезником, который когда-то работал у нас. Так, все. Далее. Ага, Альбина Георгиевна, спасибо вам за познавательную экскурсию. Ага, да, күндүк көрөчүлөр бит онтон, бу биги ити бирбиппи же бу ити бытыгар хоруу бигека же кускай коротолоктоого ытта ден этеллер. Анан же Илья Эдуардович ити бит вопрос бутун ити бутун. Ага, Матриона Тимофеева ден септяга пити ипыт анан эпиптин этиякай. А вот где фасад гар СССРС наукаларын академията Саха Сиринагы филиал ден Сахалы нючалы рулатыры. Онын күнді көрәтшілер бит, жә бүгін олыс бәғатер индірейіне арайбы полықтақыт, онын бұ жақуыскай беріне, ғандығаны көтіп бәкке көрілгі түйер үңір абыт.